Всем привет, друзья! Сурово и регулярно тестируют УАЗ на танковой. Ну и можно. Проблема со сцеплением, она еще в Чернобыле проявилась на УАЗе. Ну как-то я доехала, но как-то так. То слабое, то это. Ну, причин никаких не было, только не выжимается полностью. Или вилка, ну гидравлика, никуда ничего не ушло, жидкость на месте. Сейчас идем к нашей звезде, спасибо. Сейчас попробуем, как заводится. Похолодало опять, плюс 5, вчера плюс, наверное, 18 было, 19 в машине показывало. Ну, начало апреля, последние годы, пол апреля еще может холодно быть. Посмотрим, горбунчик 2,5 месяца не заводили, может, заведется. Вот этот прекрасный аппарат. Да, их да, со смартом будет поставить рядышком. С трудом удалось открыть. Ага, сейчас. О, там аж 180. Так, внутри какие-то следы, краски. Ну, не мокро. В прошлый раз не знаю откуда, но было помокрение сиденья. Ух, давно я тут не был. Давно. Так. Ключ. Вот этот. Аккумулятор, не знаю, сел, не сел. Да, аккумулятор. Давай, до свидания. Так что, к сожалению, сегодня, хотя сейчас сходим у Сурового. А, клемма снята, елки-палки. Видите, уже память не та. Клемму-то снимали, долго стоит машина, не надо, чтобы клемма одета. Не было сюрпризов никаких. Так, одели клемку. Подсос надо. Сос рабочий, кстати. Это советская техника. Удивляет. Так, подсос надо держать рукой, потому что он во время запуска заскакивает. Самостоятельно уходит. Это Макс, когда мы его гнали, просто умудрялся, значит, держать подсос, переключать передачи, рулить, тормозить. Короче, там, я же говорю, что без Макса было бы... Работает машина. Сейчас чуть-чуть прогреем и катнем тут по территории. В принципе, весна наступила. Я думаю, блин, дымит, конечно. Сейчас надо прогреть, естественно, она. Видите, стояла 2,5 месяца, вопросов нету. Боже, какая она маленькая, вы себе не можете представить просто. Не, без подсоса не хочет работать. Ну, холодная, да. Сколько она компактная. Вот это стеклышко, кстати, многие не знают, стекло переднее и заднее взаимозаменяемое, то есть даже этот момент был продуман при проектировании. Смотрите, козыречки эти, это вообще с душой машина, ничего не скажешь. Сейчас таких уже не делаю. Смотрел мегазаводы, как Бентли собирают, Континенталь GT, особенно салон, там вообще ручная сборка. Фантастика, конечно. Не, что-то делают на самом деле какие-то автомобили. Вспомнил тот момент, сейчас пока греется. У Вити
где-то уже примерно около 40 автомобилей было за его недолгую карьеру автомобильную. Чуть больше 10 лет, но уже больше 10 у него карьера. И рассказывал, у него была Альфа 156 или 9, я их что-то последнее время провалы в памяти. Кстати, вот я подсос держу, работает. Ну, красивая Альфа, которая три фары с каждой стороны. Черт, 156, наверное, или 9, забыл. Ну, неважно. Я думаю, вы поняли, какая. И говорит, встречаю свою Альфу я на дороге где-то или на заправке. В общем, с мужиком разговорился. Говорит, моя машина. Мужик говорит, блин, валил 4,5 или 5 тысяч за последний год езды на ней. Витя говорит, и я тоже ввалил в нее нормально. А у тети он покупал с первых рук, которая покупала ее новую. Тетя вообще там что-то или сотку гривен, или 150 положила за какой-то там небольшой промежуток времени. В общем, машина хорошая, едет хорошо, красивая, рулится, все, ну... Цены там просто какие-то баснословные на обслуживание. Там коллектор летит пускной. В общем, кто знает про эту машину, напишите про Альфа Ромео. Машина красивая. Машина красивая. Так. В общем, сейчас будем пробовать без подсоса. Не, без подсоса в отказ не хочет. А с подсосом заводится. Завтра суббота. На самом деле коронавирус жестко лютует. Есть у меня друзья, которые чуть старше, и буквально там на несколько лет товарищ старше и умер. Такие есть нерадостные новости, причем узнал я об этом уже позже через общих знакомых. Работает? А что вы думали? Аппарат огонь, масло новое. Колодки надо поменять только. Ну да. Ну рихтануть чуть-чуть. Да нет, там надо изнутри чем-то поддавить немножко. Маятник упирается в одну сторону. Ну мы так подрихтовали, когда покупали, ну. О! Держит обороты. Еще кроме свечей помененных ничего не делали, то есть в принципе, если позаниматься карбюратором хотя бы на каком-то минимальном уровне, я думаю, работать будет. Думаю, работать будет. Субаровская кричит. Не субаровская. Тут V-образный мотор, ребята не совсем разбираются. Ну, похоже, да. Прочмыкал. Ага. Люди достают камеры, а мы начинаем ехать. Ну едет, я никогда, кстати, на ней еще не ездил. Макс был за рулем. Ох и прикольно, я вам скажу. Вообще непередаваемые ощущения. Саня чинит там Форд. Ему немножко, говорю, идем вместе заведем.
Так, тормоза ж, блин, не есть. Говорит, отъезжай. Смотрит, заеду в одни ворота. Шо, проходит, да? Проходит в одни ворота. Покатать? Это жесть. Какая жесть, ты чё? Ты посмотри, двери как в Роллс-Ройсе. Какая жесть? Посмотри, как удобно выходить. Я присяду. Давай, давай, потому что у тебя же даже фото, наверное, в ней нету. У меня в желтом. Стой, да в желтом. Желтый то другое. Стой, я тебя сфотографирую. Смотри на меня, сделай счастливее. Не, не, счастливее лицо, Саня. Счастливее. Есть какое-то дополнительное? Подожди, освещение дополнительное. Потому что не видно всего счастья, которое ты отражаешь. Что, будешь гонять? Поехали на танковую. Нет, давай, конечно. А мы его там найдем? Кардан? Нет, Запорожье. А. Если он там это. Ну, главное, чтобы навстречу танки не ехали, то найдем тогда. Доволен. А не хотел идти. Да. Немножко тут есть износ небольшой, но главное, что машина на ходу. Осторожно, это Volkswagen, он очень дорогой, Саня. Да, в одни ворота заезжают. Вот это удобная для зимы, да, машина для ТО? Максимально бокс закрыт в мороз. Фары можешь включить, фары включи. Вот дворники нашел. Ты вроде в ней родился, слышишь? Нормально смотришься, Сань. Что, ты сломал что-то? Сломал, да? А, это один типа. Да ладно. Ого. Вот раз. А вот такой типа видишь тебе. Прикольно, я это не видел. Функция есть. Глуши. Глуши. Я не знаю, я еще назад на нем не ездил. Ищи. Не-не, подожди. Задняя, наверное, как в Жигулях попробуй. Не-не, то ты. А, слышишь, от себя вперед. От себя? От себя и вперед, как в москвиче. В москвиче не так, я уже не помню. Оп! Ты разорвешь так, ты шо? Где она была? Как в москвиче, да? Осторожно. Заглуши, пусть отдохнет чуть-чуть, потому что ну нагрузка на него, блин. Слышишь, а сколько ему в этом году лет? 35, 20, 55, 56. Саня, я приехал. Саня тоже доволен. 56 лет. Скоро до юбилея, ерунда, 4 года. И, кстати, он коронавируса не боится, я тебе скажу, ему пофиг. Сейчас покажу, суровые чинят форт. Месяц, говорит, проблема. Он поехал гонять. Двери, 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 стой, стой, стой. Давай. Чинят форт, что-то там с мозгами. Что-то с мозгами, короче. И мозги привезли уже новые. Ну, пока завели сегодня, ну что-то работает там, ругается на все. А эта машина. Вот выворота нету. Стой, стой. Стой.
Саня, меня забери, Саня! Стопы работают. Дрифтить хочет. Вы видите, сколько положительных эмоций вызывает этот автомобиль. Стеклоподъемник можешь опустить, он работает. А, и все, я да. Ну как в «Жигулях» эти. Кстати, стекла опускаются. Да ладно. Да, все работает. Тут все работает. Сам? Слышишь? Да, да. Так удобней. Стой, 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 Саня. Это, что я хотел сказать. Выворота, видишь, нету в эту сторону. Надо рихтануть. Я ж чуть ехал. Шо, шо, шо? Какие проблемы у тебя? Какие? Шо болит? Места мало. Чего? Окно же открыл. А, вот оно где дело. Видишь, выворот не работает. Надо. Мы рихтовали. Сейчас, иди я тебе. Блин, ты как-то неудачно остановился. Вон там маятник упирается в кузов. С той стороны? Угу. Ну иди он, я думаю, отсюда ты увидишь. Вон, видишь, там. Ага, понял, да. Надо чуть-чуть. Мы рихтовали просто в тяжелых условиях. Это хватает выворот. А, вот. Не, он упирается. Понял. Он упирается. Огонь. Давай, пока у вас поломан, можно на этой гонять. Серега, ты умеешь? Ты со мной? Нет, у него нет квалификации. Он сейчас ручник отключит, и мы тогда хрен когда поедем. Что я заднюю нашел, нифига себе, здрасте. Сядь. Присядь за руль, ты офигеешь. Он и так офигевает. Вон карбюратор есть, смотри. Денс аж свечи мы новые поставили. Так он работает тихо, прикинь, ну, в салоне нормально сидеть. Так он как мягко едет, ты не представляешь себе. Ты что, розетка там? Да, да. Ну то ж когда рыбу ловить, это ж специальное. Придешь сейчас домой, придешь домой, Кларксон забьешь, Кларксон Запорожец. И посмотришь, для чего розетка. Топ Гир, знаешь такую передачу? Да, дивимся. Когда ты дивишься? Только тут что-то с пола отпадает эта херня, понял? Он вываливается. Ну так надо на ТО, ну сейчас из ТО ищу подходящая специалист. Да, сварщика надо. Сварщика тоже. Ну давай, так ну подожди, меня возьми, вместе поедем. Выйди с лужи, Саня, лужа. Давай. Не-не, вперед. Дай, назад по-богатому подъехал. Вот там, не-не, вон. Пиптик там такой. Открой окно. Окно, а. О, все. Света, Светуха есть, садись. Это чтоб мягче мне было? Так, суровый лично. Ты никогда же на такой, да, не ездил в машине? Так я тебе давно говорю, что огонь, а ты недоволен. 85 или 6 мы с Максом разогнались, чуть не убились, правда. Так все работает, и фары работают, и стопы работают оба причем. А я тебе говорю, ты... Вторая, смотри, опа. Оп. Ух ты, елки, и даже я еще вторую тут не включал. Так, ты слышишь, как мягко идет по ямам? Пацаны, покатаемся, и сейчас... Глумиться. О, блин, мы как родные тут с тобой, подожди, надо... Так, куда ставить? Ой, блин. Место ставить. На свое, вон он, рядом с патрулем уже стоял. Точно? Да. Он там поместится? Ну да. На полуворотину. Блин, ну едет прикольно, реально мне нравится. Так мягко как едет. Ты слышишь, как подвеска работает? Согласен. Не, ну ретро. Собаки поубегали все, да? В лес? Сане нравится ретро. Запасная лобовуха у нас, кстати, Санька. Запасная. Да тут много. Давай, ты уже... В смысле заехать можно? В смысле он такой маленький? Не-не, надо чуть это, чтобы двери нормально открыты. Ближе туда давай к иномарке. Не-не, ты что, нельзя царапать? Ёлки, ну ты жесткая посадку. Очень далеко от Опеля, давай ближе к Опелю. Пусть чем-то зарядится положительным от Опеля. Он ближе к патрулю вообще по проходимости. Она же не включалась, смотри. Оп. Угу. Машину на ходу можно гонять, что я скажу. Давай еще ближе к Опелю, еще поджимайся. Все, блин. Неудобно выходить просто. Электропакет. Да, машина
Rolls-Royce пакет. Не, ну эта штука вообще не нравится. Какая? А, да, так мы не видели ее, слышишь? Кнопка отдельно, принудительное включение. А, да. Не, она доворачивается. А, она слышишь? Слышишь уже бачок? Она доворачивает, смотри. Ага. Сама. Понял, то есть? Ну, угу. Класс. Что-то в моточке, там какой-то доворот есть. Огонь. Блин. Огонь. Вроде, да? Вроде побывал на машине времени, поездил. Да-да. Скажи, что подписывались на канал. Обязательно подписывайтесь на канал. Козырьки вообще модные. Фига. Осторожней, поломай, блин. Тихо-тихо, аккуратно. Так когда мы сможем... А зачем столько булавок? Когда... Тихо-тихо, пусть будет. А когда мы... Карбюратор навели. Вместе мысль мелькнула одновременно. А когда мы на ТО сделаем, Саня? Давай сегодня. А не, сегодня я запчасти не взял. Давай завтра. Амперметр, ты наверное. Проверял? Работает? Не, это вольтметр вообще. Да, вольтметр работает? Да нет, наверное. Ну, это ж какой-то не оригинал это уже. А смотри, не работает. Работает вольтметр. Шкала странная очень. Нет, ну стрелка, главное, двигается. Что ты еще хочешь? Ну, типа 4,6 вольта. Ну, это там шкала не точная просто. Круто очень. Я кайфанул. Подсос. Это подсос. Это подсос. Это ручник, да, это подсос. Охренеть. Да. Ручник, блин. Потолок. Ну что потолок испачкали краской? Зачем? Тут, ну, красил кто-то там веником. Надо ТО сделать, и можем будем гонять. Спасибо. Да, друзья, подписывайтесь. Машина неплохая. Что вам сказать? Очень мне понравилось. Я думаю, вам тоже. Даже Сане понравилось. Видели, он какой счастливый вышел. До встречи. Всем пока. Хороший день. Форд больше месяца стоял, не заводился. Проблема с мозгом. Сегодня он завелся. Просто не хотел, а потом взял и завелся.